Всем привет. Какой там рекорд с вар, седьмой день. С вами я, как всегда. Не знаю, почему я сейчас начал. Чудак, привет, Сноуколдер, привет, Медвалсяж, привет. Не знаю, свободно на минуточку вырвалось, вот я решил, может, добью таким эти медальоны саны. Более я вчера как-то так неожиданно закончил. Спонтанно, в 4:30 утра.
очень спонтанно. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О-о-о-о. Та-да-да-да-да-та-да-да-да-да. Как там звук? Нормально все? С Фенечкой? Нет, не с Фенечкой. Это племянница сделала в браслете. Опять Дотас. Не. Dead Thailand мы вчера играли вечером. Часов 5, наверное. Может, нет, меньше. Ох, да там всего так много, ой. Так, что тут? За окном, спасибо. Где-то мы тут вообще черти где закончили. На полпути, короче. 11 тысяч. 11 тысяч урон. 11. Ну давай. Давай. Ух. Здрасте. Я сам не буду разговаривать. А, давайте сразу затащим. Что здесь, не знаю, что тут вообще. Что за голова? Где? А, голова дракона. Ну, в смысле, шлем дракона. И что здесь интересно? Пизанду-ду-ду. Здрасте. О! Нихера там. Слышь. Кто у вас тут начальник-то? А, жопа. Жопа, привет. Жопа. Убивают. Они не воскрешаются, интересно? Не очень. Да что ж ты делаешь-то? Охереть тут вообще летает. Какой-то полуцыпленок. Полупауэр рейнджер. Нихера. Давай, дохни. Иду на. Есть. Ты чё, не умер, что ли? Давай дохни, слышь. Посуду ткань. Всех убили. Вернее, не всех, но... Ааа, метрил ломай. Ладно. Ну это жопа с крыльями, конечно. Поэтому она так похожа на жопу с крыльями. Инфосутка. По-моему, гуль здесь самый страшный. Так, блин, надо... Надо этот... надо кирку купить. Побольше. Побольше кирки. Здорово. Ну хорошо. На все. Ну хорошо. Так. Сандали с краном. Есть такое дело. Я вот как вот вообще чувствую, сейчас не хватит. Вот 100 пудов не хватит. Да ладно. Хватило. Круть. Ну ладно. Мы таки нужно. Да мы тут все уже. Да ладно. Мы тут все уже зачистили, что ли? Вчера. Ну ладно. В этой локации. Здорово, дебил. Пока, дебил. Здрасте, до свидания.
Так, что тут? Та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та, беги-беги-беги. Не хочу с вами драться, вы все упоротые. Все не очень. Дайте мне пройти. Так, подожди. Вниз, да. Подожди, а там что? Hail to the king, baby. Да. Вообще, hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Так, вниз. Угу. Сколько я буду раз повторять, что карта здесь слишком упорота, чтобы я ее понимал. Но я ее, походу, стал понимать. Да иди ты в баню. Чё? Пристань ко мне. Ой, тут всякие. Дай пройти. Спасибо. Беби. Беби. Hail to the king, baby. Чем я с ними дерусь? Оу, сейчас будет больно. Фух, фартануло как. Да я просто мастер бега. Ой, вот здесь только главное не... Дай. Тихо. Воу. Все хорошо. Все, ой. Твою мать. Поймал. Сука, поймал. Беги. Оу. Ты серьезно? Да ты серьезно? Да, сука. Еще не пройти. Сволочь, всю дорогу переградил. Дохни, молодец. Здрасте, до свидания, здрасте, до свидания, здрасте, до свидания. Я туда иду вообще. Да, туда. Мы пришли в нужное место. Так, что это? До свидания. Не знаю, что я сделал. Видимо, я что-то взорвал. Тихо. Так, нашли мы таки это место, в котором... В котором что? В котором все. Закончено предложение. Так, хорошо. Качай. Могущественное заклинание. А заклинание, знаете, какое было? Могущественное заклинание. Так, нет, подождите. Так. Мана плоти. Да. Королева, да здравствуй. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь, здравствуйте. Могущественный скрин. Так. Ну. Здесь типа мини-босс, которого если победить, откроются порталы. По идее, откроются порталы, ведущие к другим таким боссам. Бум! Ну, сколько у вас тут? Трое? Еще один где-то. Где ты? Паскуда! Как у тебя оружие называется? Фабиноу плюс 104. Броня называется «Хороший ты друг». Шлем называется «По-братски». Дома дороги! И сшит. Дома дороги! Спасибо, чудак, за хвост. Секунду. Сшит. Так, желательно всех убить.
А, вот теперь все. Вот теперь мне точно опыт не идет. Сколько у вас здесь? Еще один, двое. Ну где вы? Сволочи, где-то ходят, я не понимаю где. Да ладно, тут еще демон этот. Слышь, демон. Давай, ты уйдешь, умрешь, там все что угодно, только ко мне не подходи. Всех убил. Упс. Вот здесь главное не налажать. Ай. Ой-ой. Лажай. Тихо. Да хорош. Уходи. Бей нахер эту русалку. Вон босс пришел, смотрите. Минотавр ссаный. Что происходит-то? Да ты слышь, хорош. Зажали, ублюдки, блин. Все, зажимаю его в угол. Все, нахер. Уроды, блин. Выйти отсюда не могу. Блин. Кусалка там еще. Да хорош. Мне нужно тебя убить. И отстань. Ай-яй. Да хорош. Давай, убивай его. Он, все, он зажался. Есть. О, да, деточки. О, да. По идее, если все правильно. Сейчас должны открыться все порталы. Меч грома. Что происходит? А, это же это. Зачем ты собираешь медальон, Баба Джек? Да. Знаешь, что это за медальоны? Ты знаешь, что они могут? Думаю, Марл обманула тебя. На твоем месте я бы дал ей 29 монет из 30. Это мой совет. Либо послушай, либо нет. В любом случае, ты теряешь время. Ты должен вернуться в замок Каньгьер. Ты должен увидеть кое-кого. Замок Каньгьер. Что за замок Каньгьер? Кого-то в замке Каньгьер увидеть надо. Я не теряю время, отстань от меня, женщина. У меня там дела срочные. Ну хорошо. Какое сейчас оружие ты хочешь? Так. Жестик. Темная магия. Хорошо. Нет, ну-ка дай мне медальоны, я сейчас их... Какое оружие ты хочешь? Ну хорошо. Найди магическое заклинание. Ну хорошо. Уда! Плюс один. Yes. Ну хорошо. По 3600. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. 800 урон. Блин, 50 нитрила не хватает. Твою медь. Ой. Ну хорошо. 50 нитрила не хватает. Кошмар какой. Честно, сохраниться. Попробовать. Что попробовать? 29 из 30 отдать медальон.
чуть-чуть 29, блин, выбить. Так, где-то портал может откроется в это место. Что за высокая нагрузка ЦП? Что ты меня там слышишь? Меня там бузишь. Высокая нагрузка ЦП у него там. Лад плюс 8. Неплохо. Ты посмотри. Ну-ка. О, да, у нас теперь есть, короче, портал. Отлично, отлично. По идее, этого должно хватить, да? Ну хорошо, найди магическое заклинание. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Под ноль вообще. Ну хорошо. Ну хорошо. Гудли, привет. Так, а деревня эльфов отдать 3 медальона нужно. Тихо. 21. Еще 8? Что? В смысле, 9? Не, ну 8 как бы, понятно. Ну, понятное дело, что аниме, кстати, по-другому выглядит. Так, еще 4 надо принести, она мне даст сокровище какое-то. Тихо, здрасте. А че я бегу-то, мне к ней назад-то не надо. Что-то у меня все на высокая нагрузка какая-то, что-то хочет от меня. ФПС вроде не падает. Что ты хочешь? Плавить, ну, нахрен, 5000. Ну, ну-ка, трансформация. Так, 117-256. Угу. Блин, хочется и колется. Живучести меньше будет. Зато стойкость. Дамс. Почему задержка так сильно увеличивается? Стоп-старт. Так. Ну, пойдем. Попробуем посмотреть, кого мы тут еще не убили. Великан, северо-запад. Не знаю, убил, не убил. Не убил. Окей. Ясно, понятно. Если я его не убил, будет какая-то жесть определенно. А вы сильны. На косарь. Слышь. Что началось-то? Ёпт. Ого. Не-не-не, не таранить. Так, тихо. Давай лучше главного у них убьем просто и все. Кто тут у вас главный? Голем какой-нибудь, небось? А, вон, смотрите, какая-то падла ходит. Ага. Убил, ёпт. Как ты попал-то в меня, слышишь? Слышишь ты? Хальвамес. Ой, ну все, прижали. Приплыли, ёпт. Давайте. Где я сохранился?
вообще хоть сохранился? Блин. Не сохранился ни хрена. И урон чуть побольше. Было бы неплохо. Сука старая. По-любому предашь ведь. Принесу тебе эти медальоны. Ты не на каком-нибудь дракона на меня натравишь. Ублюдина. Добрые люди так не смеются. Инфосотка. Так. В принципе, там-то я их могу завалить, этих всех. Ау. Оу. Какое оружие? Оу. Откуда у меня 14 тысяч? Ну хорошо. А, я их качал. Ладно. Ну хорошо. Сейчас ставь так. Сохраниться. Пробуем в какую-нибудь другую дверь сходить. Или нет, 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 попробуем еще раз. Или нет. Или не попробуем. Не, давай еще раз попробуем все-таки. Почему нет? Конечно, враги крутые. Че не скажешь. Да ладно. Давай. Кто там первый? Что за херня? Он стоял на месте, не двигался. Вы че мне тут? Давай, 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 сюда беги. Вы решили так, да? Да, я тогда решил так. Открывайте дверь. Тоже мне. Я тебе. Чё меня за невидимые стены бьют? Этого парня. Да выходи ты оттуда, ёб ты встал. Начинается. Отлично. Этот угол чист. Хорошо. По нему и пойдем. Давай, давай, беги, беги сюда. Так, минус два. С такими ребятами я еще не сражался. Ядрить у тебя жизни. Опасненько. О, ну начинается. Сбили. Так. Сучки. Тебя я убью. Пофиг. Зря. Зря, ой, зря. А ты не босс их часом? Так-то давайте вы там будете стоять и не двигаться никуда. Да хер, еще хер подойдешь теперь. Только не падай, только не падай, только не... Или уводи, молодец, ладно. Ты делаешь, мелкий? Блин, нихера себе. Это насколько он меня сейчас ударил? Почему-то лежишь, почему-то не встаешь. Персонаж. Он забаговался. Нет, смотри, встал. Кто?
Кто у них босс-то? Тихо. Или это вот этот желтый босс? А я их могу убить. Изи вообще. А вот с этим придется повозиться. Так, тихо. Хорошо. Не-не-не-не. Вот, давай иди сюда. Будем сражаться. Ага, сбей. Да ладно. Сколько же он бьет плечом? Охренеть. Да, не-не-не. Какая деревня эльфов? Куда от меня? Мы смоем, да. В принципе, изи, мелких надо убить только. Чем того белого убил бы. Хорош. Который справа. То, что с него тоже, походу, метрил упадет. Давайте, ребята, идите сюда. По-братски. Прижималки. Ага, отлично. Теперь надо как-нибудь. Ага. Как ты сбиваешь ты меня, урод? Давай. Успокойся, я только успокойся. Нет. Сука, сколько ты наносишь урона, я не понимаю. Блин, урод. Передвинь, что сохранится. Ай-яй-яй. Тихо. Ты чё такая дерзкая? Почему не попал? Ладно. Воу-в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 оу. Тихо-тихо-тихо, ну дай выйти-то. Ну конечно. Дали выйти, блядь. Хорошо. Хорошо, Dark Souls. Хорошо. Не буду туда больше влетать. Как ненормальный. Потихонечку, потихонечку. По одному их подцепляем, подцепляем. А с боссом вообще аккуратно, аккуратно будем драться. Сама аккуратность просто.
Да чё два раза-то не ударил? Дурной, ой, дурной. Так. Да, блядь. То достает, то не достает. Садил. Да куда ты? Да что ты делаешь-то? Дебил. Так, здесь все норм. Здесь все норм. Сходи, сходи. Спокойно. Спокойно, говорю. Ну куда вы меня вытолкнули-то, блядь, к боссу? Вы ебанутые, что ли? Ну заебись, ну заебись. Просто, просто вообще. А это чё? Иди в жопу. Вообще-то отошел, нет? Не-не-не-не. О, ёпта. Ты серьезно? Че за приколы такие? Забава какая забавная. Да, блядь, ты отойти не можешь, что ли? Аутист. Нормально. Хорошо. Каким образом ты пролетел через камень? Объясни мне. Надо добегите, бегите. А это что такое сейчас было? Мелкий-то как меня... Слышь? Слышь, мелкий. Давай. Нормально. Живем. Водогрей, привет. Фига себе, здесь еще Dreamcast, да. Эй-эй. Тихо. Ты че жив-то? Сколько у вас, блядь, тут? Давай-давай, заходи, мой хороший. А беги сюда, да-да, давай. Делай, что хочешь. Красава. Так, дальше. Попробовать.
прошлый раз. Они же в двери не могут вбегать, большие. Или могут? Сука, могут? Ты чё встал-то в него? Ну ладно. Так, а вот этот почему-то не может уже. Живи! На 5000 меня дамажит, когда толкает. Дома дороги! Дома дороги! Дома дороги! Дома дороги! Дома дороги! Дом дороги! Спасибо, Фомина, за хост, привет. Вставай, вставай, вставай! Живи, 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 живи. Беда какая. Блин. Твою мать. Только не беги, я тебя прошу. Ну, конечно. Ты долго лежать-то будешь, нет? Что так забьет меня сейчас? Лечилки-то не бесконечные. Так, давай. Иди сюда. Иди сюда. Здравствуй, здорово. Почему петушины? Я его так бить буду. Не-не-не-не-не-не-не-не, ничего не знаю. Бегунец, блин. Не жадничай, не жадничай. Увлекательный бой с великаном. Был прогресс еще. Хорошо. Фрайтаж, привет. Ну что ты бегаешь-то все? Хоть бегать. Ну нет, я тут с тобой драться не буду. Пошел ты в баню. Угу. Ай! Подстава. Давай, вставай, вставай, Пипец бой, конечно. Зачем? Ну вот зачем я это сделал? Вставай, 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 мой хороший. Вставай. Твою мать, давай. Подожди, я пока чат не читаю, у меня тут все... А, сука, поймал! Давай, вставай, вставай, вставай! Блин, последняя хилка, что ли? Давай, 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 живи, живи, живи. Блядь! Здрасте.
Может, другую сходим пока? Вообще, у меня вопрос дня, конечно. Если я этих убью, кого их, а потом вернусь, они заново появятся? Если они заново появятся, и с них метрил падает, это же вообще, это же такая прокачка дикая. По метрилу. Машна, машна, машна. Кругом машна. Нет. Так, что? Так, ты качай в любом случае. Хитрый, блин. Сидит, улыбается. Слышь, мелкая, чмо. Я тебя с одного удара убиваю, ты в курсе вообще? Так, вот сейчас проверим. Фабино, прекращай спрашивать этот идиотский вопрос. Мне он совершенно не нравится. Я так-то вообще ничего не ответил, как. Мне смотреть не падает с него ничего. Жаль. Ну ладно. Так. Да вы чё, суки? Иди сюда. Хорошо. Как ты попал-то, слышь? Да, сука. Да чё за херня? Заходи, мой хороший. Давай, 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 заходи, заходи, заходи. Сейчас мы сделаем машну. Так, он убежал. Этого я убиваю. Сука, что творю-то вообще? Вот так, все. Никто не убежит. А-а-а-а-а. Жадничаю, прям по два удара хочу нанести, чтобы быстрее его убить. А в итоге он по мне попадает, и я, короче, теряю две хилки. Да ладно, это что, крит пролетел сейчас? Я тут. Я тут. Твою мать, ну ты чё, слышь, урод? Живи, живи, живи по-братски, живи. Сука какая. Не ссы. Не-не-не-не-не-не. Хитрый, блядь.
Очки. Мистер Плеер Бест, привет. А где Фабино? Фабино вон в чате сидит. Хочу такую. Это надо Dreamcast, либо эмулятор Dreamcast. Беги. Твою мать! Беги. По-братски беги. Только не толкай меня больше, не толкай меня больше. Сука, дрянь. Стены от этой. Че тебе прям нравится там что стоять? Где? Ой, не-не-не. Выходи оттуда. Че не знаю, иди сюда. Не-не-не-не-не-не. Живи, 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 по-братски, живи. Да ёбаный рот. Твою мать. Да я чуть не сдох. Я забыл лечиться. Блин, вот он сейчас вот... Он вообще из меня может убить же. Ой, начинается. Ты, кстати, дракона убивал. Вы знаете, синфа убить самого жирного дракона. Да, убивал. Там ничего такого не дают. Дают тут метрил до хера и все. Dreamcast идут 3D игры, там все 3D игры. Почти. Ну, большинством своим. Пели песню про из Короля Льва. Что это за стрим такой был? Если только Фабино сидел там, это. Means no worry. For the rest of your days. У Сильвера, наверное, это было, да? Ну я и говорю, ты мог. Ты что туда входишь-то, слышь? Плохая идея была. Плохая. Давай. Чуть-чуть осталось, друг мой. Живи. По-братски живи, только не лажай. Зря. Не спеши, не спеши. Тихо-т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 ихо. Ты иди сюда. Да блин, урод. Хоть бегать. Меня с таким количеством жизни ударят сейчас, причем я сдохну сразу. А, может танцевали? Да ёб твою мать, ты хорош. Распаковал коробку Занчик с Игромира, все выдержал. Восклицательный знак, подогрей. Кстати, знак команды. Твою мать, по тебе остался один удар. Слышь, хорош. Полечусь лучше. Он что-то это... Беснуется.
Чутка. Ух! Жесть какая. Суровый бой был. И долгий. Ах, не люблю такие. Жесть. Чекапот хочу. Напиши. И в смысле, напиши сам. Че, блять? Сикач? Нихеровая такая штука. Офигеть, просто офигеть. А чё, где все-то? Хочу чекабота, не работает. Такой команды же нет. Список команд вон. Ты понимаешь, что там еще русалки сейчас будут. Придется их еще. Ну почему? Ну хорошо. Ну хорошо. Какое оружие тут? Ну, найди магическое заклинание. Ну хорошо. 10 тысяч. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Надо под косарь урон, конечно, сделать. Могущественное заклинание. А потом просто отстать от меча. 7 из 12. Неплохо. Ну хорошо. Так. Ну почему? Тихо. Успокойся, успокойся. Ищешь ты, халва мес. Начинается. Сразу тебе. Вот Чикабот понял, что ты хочешь искать. Да. Самореклама. Надо убрать, это какая-то реклама, короче. Я не люблю рекламу на стримах. Электрая. Так, по диагонали это брали. Сюда ходили. Хала. А халайм халай сидеть квасик. Так, здесь все. Чё, эй, слышишь ты? Сам ты халвамес. Реклама, ёпте. Реклама. О, нет, сюда мне пока еще рано. Хотя тут можно найти меч дракона. Надо запомнить. Или не рано. А, там была все-таки темница-то. О. Ап. Иди. Welcome to prime time, bitch. Немножко Фредди Крюгера. Бля, мне страшно. Конечно. Это вы меня так дамажите, что ли? I'll swallow your soul. Come get some. Что там сундук был, что ли? Где еще один? Это тут. И тишина. Как мне получить на свой стрим твоего бота? Да никак. Он на компе должен быть установлен.
Каппа-гей. Шел мне бородушка. Твою мать, опасно. Ой-ой-ой. Ну, конечно. Кто у вас тут босс? Кто бы сомневался? Стой. К чему спешить? Мое сердце кровью обливается, если я не откажу своим гостям должного уважения. Чувствую себя как дома. Ох, фак. Ах ты, стример писька. Так это этот, я с таким дрался уже. Да мы вот здесь тебя сейчас задолбим и все. Так, кыш. Сука какая, смотри, по тысяч, по 2000 бьет. Вернее, не по 2000, а по... По 1000, сколько? Где эти? Пырышки, пупырышки. Там еще один. Я думал, всех убил уже. Ты че жирный такой, слышь? Сука. Так, не-не-не-не-не-не, ничего не знаю, давайте сюда. Да ты падла, что ли? Это я, кстати, гуф, наверное. Еще есть. Че ж ты делаешь, сволочь? Таранит, сука, смотри. Дерзкий какой. Хитрый, блядь. Нет. Давай, давай. Да иди ты в жопу. Чё, халва мед такой, слышь, сука. Фух. Где чё открылось-то? Я чё-то просмотрел, пока чё-то читал. Щит мили. Покатуль-то? Катульт, ну это когда Дон Чика, короче, случайно не те слова произносит, а получаются всякие покатульты. Чё, выбить что ли, попробовать здесь это? Что тут, меч? Интересно. А, не туда свернул, красавчик. Сюда сохраниться, пополнить баночки. Вообще можно что-нибудь прокачать. Так-то могущественный иск. Знаешь, что прокачать? Могущественный иск. Какое оружие? Ну-ка, найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Ну хорошо. Могущественное заклинание. Могущественное заклинание. Ну хорошо. Ну хорошо. Сколько сегодня стримишь? Ну, наверное, как... Соберу все монетки. Вот эти вот. И, короче, наверное, соберу оружие драконов и там все. Посмотрим. Ну, либо только монетки, не знаю. Потому что там 30-я монетка, это, скорее всего, битва с драконом, к которой я совершенно не готов. Качай, качай, давай. Так, сюда я первый раз прихожу. Здесь находится меч дракона. Ты хочешь стать стражем дракона? Да. Прибираю 2 часа.
Да, я пришел за мечом дракона. Жопа, босс, приготовься к испытанию. Ты должен доказать, что достоин носить священное оружие. Почему именно жопа? Серьезно? Серьезно? По одной жизни. По одной жизни, блядь. По одной. По одной жизни. Это писец. И как мне его убивать? По одной жизни. Ещё, блядь. По одной. Пипец. Блин, ладно бы. Пискарита. Дьявол. Сюда разве я не ходил? А, это я только что. Эй. Здесь мы все, короче, очистили. Капец. Здесь что? Горы. Мы были. Когда Синк пишет на транслите, он такой Синк. Такой хороший друг. Просто два предложения на транслите. Хер знает, что он там говорит. Дай угадаю. И сколько я с ним драться буду? Столько же, сколько с этим? Пипец. Ооо, красота вообще. Ну все, это приплыли. Феерия просто. Говорили мне, что тут есть какая-то кувалда, которая против големов норм. Где периодически команды в найтботе делать? В смысле, таймера, что ли? Ну, заходишь, таймера убираешь. Какой ад? Ну хорошо. Трансформация вот этого вроде, да? Дубинка. Действует против големов. Ну хорошо. Сейчас попробуем, если не получится. Щит. Я одел щит. Я со щитом. Та-ра-та-та. Та-ра-та-та-та. Сентября. Ну-ка, попробуем. О, как оно все работает, да? Блин, твою мать. Красавчик. Я не одел заклинание. На оружие не одел заклинание. Могущественно. Ну хорошо, найди мать. А оно влезет сюда? Можно использовать как. Блять. Чё так, подарил его Визин? Неплохо. Не верь ему. Если ты говоришь, у тебя детайлент не пойдет со стримом. А Evil Within у меня даже без стрима лагает. Фак. Ну все, привет. Я не сохранился, надеюсь. Дэнни, привет.
Что? У тебя Dead Island без стрима не идет? Ты серьезно сейчас? Я в полную экранку на максималках играю. Что у тебя там с компом вообще не так? Чё, блядь? Блин, и чё мне с ними делать-то? С этими ребятами. Великанша, а великаншу я убивал? Полагает, пипец. Что за волшебство? А там что? Это что такое? Куда меня? Оу, сатана. Опасненько звучит. Попробуем сатану убить. Таким слабым существом, как люди, не представляют аудиенции с моим хозяином. Если ты доставишь, то мы испытаем тебя. Достоин ли ты внимания моего повелителя? Заходи всегда. Чё? Заходи всегда? Что? О-о-о-о-о-о, вот это что такое сейчас началось? Ребята, давайте жить дружно как-нибудь, это самое. Хорош. Я так и буду по комнате летать. Потому что вам это нравится. А, я всех убил? Я красавчик. Я молодец. Да подойди к нему. Лошара. Тебя Макс Пейн второй не идет. Что? Тишина. Всех убил. Воу! Слышь, Константин, ты чё крутишься вокруг меня? Это ж, блин, сатана, босс. Всех убил. Пойдем, убьем сатану. Ты прошел мимо моих стражей, я слушаю тебя, что ты хочешь? Я пообещал Марл, что принесу ей все 30 медальонов. Марл, эльф тебе? Странно, что ей нужна такая награда. Послушай, человек, не знаю, что она тебе там сказала, но из-за всех этих медальонов можно пострадать. Если, конечно, ты не хочешь выпустить невероятное зло на маму. Если послушаешь меня и уйдешь сейчас, я обещаю, то не трону тебя. Неужели ты думаешь, что такой воин, как я, испугается? Не совсем. Если бы ты знал, кто я на самом деле, ты бы не пришел сюда. А кто ты на самом деле? И это все? Вот теперь да. Это твой последний шанс. Уходи или пожалеешь. Смешно, именно это я и хотел сказать. Мертвый смельчак все равно мертвый. Ты получишь, что хочешь. Умрешь. Убри, мерзкое отродье. О, ребята, не-не-не-не-не. Что происходит? Какое веселье у вас тут. А че, я пойду. Убью кого-нибудь. Давайте по одному-то. Спокойно. Суки, не дают даже ударить. Хорошо. Да ёпт. Убей его. А тебе я сколько наношу? Сатанист сраный. Вау. Он меня еще в камень превращает. Неплохо. Что у тебя с носом? В смысле? В смысле, с носом. Все, у меня нормально с носом.
Погорячился, наверное. Да иди ты в баню. Сука, камень еще превращается. Качается. Окей. Да умри ты, твою мать. Клонируются, стоят уроды. Ты мне что-то говорил? Нет. Да хорош. Кто там клонирует-то все, ёпта? Уроды. Достали уже. Давайте кто-нибудь сюда идите. Сука. Ты серьезно, да? Они еще этих плодят. Падлы. Воскрешатели. Кто там? Плодоножка-то такая, слышишь? Я труп, короче. Ладно, мне сюда еще. Надо что-то более крутое. Наверное. Это куда вообще дорога? Здесь не бессмысленно. Я ему даже урона не наношу. Представляешь, да? Кого? 50-й стрим. Плачу. Так, а если... Вниз. Есть еще где-нибудь порталы. То может есть. А я тут это... Только я вверх не хожу. Тут что? Что это? Ой, да ладно. Что? Как ты говоришь, не открывая рот, видимо. Не знаю. Я чревовище тут. Это все нормально. Хоть кто-то заметил, что я ведьма. 93, ты слышишь, сплюнь, нахер. В январе играть в Боши, ты что? Не упаруйся. Так, а что здесь? Здесь мне тоже люлей дадут, да? Темный жрец какой-то здесь. И дверь открыта. Интрига. Прям-таки меня заинтриговали. А я здесь уже был, оказывается. Вот что. Представляете? Я тут был. Почему? Well done, Turner. Oh, well done, Turner. Oh, yeah. Я вижу, что ты это пишешь. Я просто вижу. Ой, а зачем я сюда-то пошел? Мне же... Мне же проще в этот... Да, вот так вернуться. Да я по-любому кого-то да не убил еще. По-любому же. Так, нет, здесь пока еще рано. В смысле? Я сказал Well done, Turner, и ты написал через секунду. У тебя же нет такой быстрой задержки. Как это тупо звучало. Быстрая задержка. Well done, Turner. Oh, yeah.
А где мы еще не были тогда? Странная пустыня. Бэтмен! Давно не было такой команды. Так она вам по-английски. Нет? Я где вообще нахожусь-то? О, так это же самая первая локация. Ёпломена. Тюрьма зомби. Вот здесь я точно не был. Или был. Слышь, я тут был, алло. Я тут был, говорят. Смотрите, как в командах правильно было. Я тут был. А как я сюда попал? Очень интересно. Ладно. Я был точно. Но это же не может быть все. Подожди. Очень странно. Очень странно, прямо очень. Вообще странно. Не, здесь на выход дорога. Да иди ты в задницу. Что ты ходишь за мной? Я тоже мучился этим вопросом всегда. Я не знаю, я качаю с Т-файла с какого-нибудь. Так, подожди, я прям тут рядом стою. Где? Попробуем. Попробуем сюда зайти. Что здесь мне скажет босс? Т-файл какой-нибудь или рутрекер, не знаю. Индивидуальные игры качать это... Ну, в смысле, тебе какая-то определенная, если игра нужна, то качать это вообще жопа. Искать ее, вернее. Лучше просто найти обменник, который с Dreamcast что-нибудь дает. Там уже искать. Так. Кто здесь босс? Пиздец. Это пиздец. Я серьезно. Вот сейчас я войду, короче. Он меня просто накидает сейчас. Тихо. Сколько? Сколько? Зачем мне твой Доминик? Он тебе больше подходит. Смотри, Домини. Домини, как домино. Пипец, 4500 урон. Нихуя себе. Как мне с ними драться вообще? Я не понимаю. Охренеть. Уа. Блин, капец. С этим я помнится ссылку как качал, есть группа этой игры, и ты именно эту игру хочешь скачать. Если именно эту, то это вообще ее хрен найдешь. Сам ее качал долго. Тут мы все вроде, да?
Я просто тебе предлагаю, если не хочешь, то я буду играть. Без разницы. Вообще никакой разницы нет. Я не вижу ничего в этих героев вообще интересного. Какая разница? Тупо шутер. Оу. Я понял. А можно я уйду? Я вдруг понял, что я здесь был. Големом мне не вариант идти. Здесь наверху вообще беда какая-то. Все остальное я открыл. Пипец какой-то. А здесь что? Здесь это жопа, что ли? Летал. Кто здесь босс? Я забыл уже. Наверное, жопа летал здесь. Что мне с ними делать? Вообще, что мне дальше делать в этой игре? Вообще не понимаю. Драконов я не могу убить. Прокачиваться мне негде. Вообще классная игра. Нравится. Угу. Червей убить. Хз. Дьявол. Голем. Ну где это? К червяку дорога. Давай попробуем червя убить, что ли. Я не знаю. Мне, конечно, накидает сейчас. Определенно, и не раз. Большой толпой. А это они любят. Хирик криту. Блин, еще чуть-чуть, и прям вообще будет такой крит классный. Чика или герои? Да куда смотрел? Я сейчас первый сезон вчера досмотрел. Так, давай, синий, иди сюда. Где второй? Так. Давай, вермишели, найди сюда. Сука, сколько? Эй-эй-эй. Эй-эй-эй, ну что началось? Ну да. Мне надо синего убить. Давайте сюда. Да сучка. Да собака, блять. Прижал к стене, сука, урод. Садим. Ох, фортуна. Чего урон такой маленький? Это же пипец. Таким уроном против него драться. Ну ж мне оружие говно. Ну чтобы удар был. А. Да хорош ты с этой штукой, мне. Да хорош! Да не, я его не убью. Это оружие, которое у меня в руках, оно практически самое крутое в игре. 13 тысяч урона. Понимаете, что это не говно? Но против вот таких вот дебилов оно вообще что-то не работает ни хрена. Может, так, сейчас сохранюсь, потащу.
что ты все время пишешь какую-то Корею? Пиши уже нормально, Капа. Кирилл. Что это вообще такое? Кипел. Непонятно. Угу, я понял. Какое оружие? Ну хорошо. Удар Д. Есть что-нибудь там? Удар А, например. Так, ну С край вижу. С. Вот это вообще крутой меч. Он короткий. Он очень короткий. Вообще кинжал, по сути. Вчера был, короче... Подожди, что-то я тут видел. О! Пошел, вот это одеть. Ну хорошо. Попробуем. Нет, подожди. Ты хитрый. Какое оружие тут? Ну хорошо. Найди магическое. Я могу у него, да? Ну да, хорошо. Могу. Сохраняться не будем. На полгода назад. В конце сезона он на 5 лет вперед отправится. Вот там будет веселье. Во, вот это нормас меч. Хорошая штука. Сейчас проверим на боссе. Неплохой такой. Если, конечно, он будет работать. Сериал герои. А ты знал, что спойлеришь, сука? А, ты ж теперь захочешь смотреть дальше. Я ж тебе не сказал, что в конце сезона будет. У меня с этим щитом стабильность норм. Воу-воу-воу, что началось-то? Сука. Уроды. Пошли вы в баню. Начинается. Какие черви прибежали? Конечно. Эй! Нормально прописывает, ты посмотри. Дому дороги! Дому дороги! Дому дороги! Дому дороги! Дому дороги! Дому дороги! Дом дороги! Дому дороги! Спасибо, мистер Плэр. Best за хост. Спасибо большое. Так, ну-ка. Проверка. Нормально. Годится, я бы даже сказал. Это, блин, не... Ты хорош. Ты мне не нравишься, слышь, босс. Ага, ты еще вот так умеешь, да? Нормас вообще. Блин, пипец, он бьет. Все, у меня почти одним ударом всю жизнь сносит. Вопрос? Какой вопрос? Че? А где ссылка? Он вроде на меня подписан. Сейчас кто? Что? Начинается. Вот ты, Петь, все время так делаешь, короче. Кого-то увидел, кто на меня подписан, на тебя нет. Все, короче, надо его заставить на себя подписаться. Еще потом говоришь вроде красивость действий. Ой, у меня стрим начался.
Я сейчас буду стримить, короче, пойду я, наверное, да? Мерзавец. Мерзавец ты, Фатман, мерзавец. Ой-ой. Я на тебя на YouTube подписан был. Ай-яй. Не-не-не, погоди. Живи. Да сука. Получилось. Нет, беги. Сколько банок осталось? Нормально. Как тебе Сайлер? Фабино. Есть. Фух. Классный же стример. О, начинается. Еще в ВК. Сейчас, да? Понял. На меня не подписан, на тебя подписан. Так, Мелфис, привет. Уже 6к хп? Ну да. Еще как бы 1200 просто. Это такой скилл. Я тебе сейчас покажу, какой у меня уровень. Тут только это... Видишь, класс написано сверху. Класс. Тайна священного меча. Где появился этот ящик? Да ладно, только один. Не, ну если этот меч покатит, конечно. Так, то, блин, в принципе, можно и с ним. Какой? Сотый. Это максималка. Это как вообще? Это вот эти вот черви, короче, к ним приходишь. И они делают тебя счастливым. Ну что, сейчас попробуем еще раз куда-нибудь сходить. Какое оружие ты хочешь? Хорошее. Ну хорошо. Найди магическое Спасибо. Заклинание, которое можно. Ну хорошо. Не, подожди, а удар можно прокачать? Ну хорошо. А что удар дает? Усиливает размах, результат, пропорции к силе. Так, все круто. Ну хорошо. Ну хорошо. Ладно, качай пока урон. Будем всех валить. Понадобится много меча. Не хватает. Ну хорошо. Оп, 6300. Хорошее оружие. Ну хорошо. Хороший дробчик, да? Очень. Ты прекрасный друг. Цени это. Я на тебя подписан везде. Цени это. Так. Слышал что? Здесь что-то есть? Я определенно где-то не сходил в этот. Там же на плато великана было. Какое-то место, где я еще не был. Концовка тут, конечно. Да. Но только ты не рассказывай, тут мало кто вообще эту игру видел, так что. Еще не надо ничего говорить.
все сделал. Не хочу, не буду. Не буду ценить. Все, не хочу. Демон пустыни. Что это? Где это? А, то есть мы вот... Подожди. Нет, отстань. То есть вот это вот... Здесь по кругу мы всех убили, что ли? Походу, да. Интрига. Так, ребятки. Давайте нахер. Оу, здрасте, приплыли. Пошли вы нахер. Так, здесь убили чувака. Галим. Не бы с Диабло до хера. Раз сравнивали с Диабло с фразой типа это Диабло для малобюджетников, там, типа того. Попробуем убить големов. Я, конечно, понимаю, что это пипец. Знакомая игра Lords of EverQuest. Название я знаю, но я не играл. Уж у меня в детстве не было компа. Ну так. Блин, зря я это сделал. Надо было зайти просто. Ебать вас тут. Ну да. Мне нравится эта игра. Очень она крутая. Серьезно? Сейчас пошутил, что ли? Что? По одной жизни? Я ничего не понимаю. Конечно. Охереть. Охереть. Что это? О чем речь о этой игре? Тосики лайкаешь без уважения. Пошел ты. Видосики я ему лайк. Ты радость еще лайку? Вообще, с уважением. А, вот оно что, в чем дело. Я вот здесь три еще не открыл. Ясно, понятно. Блин. Блин. Я чуть так не ступил, на самом деле. Я сейчас понял, что мне 10 тысяч нужно оставить на то, чтобы назад меч вернуть. Если что. Если с этим мечом все будет пипец. Серьезно? Серьезно? Я тебя умоляю. Да пошли босса-то убьем сразу, еще что? С уважением. А, нет. Лучше этих убить сначала. Куча метрила. А что значит куча метрила? Куча метрила значит могущественный взгляд. Могущественный. Мне нравится этот меч, он классный. Сейчас мой метрил кончится. Ой, не, кирка кончится. О, все, приплыли. Люба, что ты? О, ну замечательно, я зашел, конечно. Не с того я начал, пожалуй. Ой-ой. Не, ребят, давайте, не надо тут мне махать лотками. Это не добра вас не доведет, нет. Чего тебе? Ну хорошо. Ну хорошо.
Думаю, хватит. Ты на пенек сел, пирожок скушал. Уважаемый мангуст, вам прописать с Новосибирска в Скорпионов? Какого Скорпиона, блядь? Ну что, без Скорпиона вообще? Не, я понимаю, о чем ты. Ну почему здесь Скорпион? Там блюет. Чика, на! Вам пропись, ваш заказ. Давай. Да ладно, у них босс голем? Серьезно? Охренеть. Ну ладно. Нормально. А ты можешь не падать? Успел. Надо вот тут так. Отлично. Класс. Медальон. Надо пора сдавать эти медальоны-то. Страх камня. Что за страх камня? Блин, если это какое-нибудь убийство голема с одного удара, это дико круто. Это прям крутя. Кстати, я все время забываю про сапоги. У меня же есть сапоги. Дико крутые сапоги, которые я почему-то не использую. Не знаю почему. Я аутист. Да. Тихо. Так, помидорку. Да я тоже сейчас дойду, наверное. Надо сохраниться, во-первых. Переключки вообще сделать, что я 2 часа играю уже. Ух, ништяк какой. Я уйду, но я Анзорика оставлю, короче, это следующий. Анзорика по-братски. Анзорик классный чувак, классный он вообще, потрясный парень, да, у меня усы классные.
Продолжим. Так, сейчас. Че я хотел-то вообще? Где я вообще нахожусь? А тут, вот тут русалка. Тут надо аккуратно. Иди сюда. Так, нет, не подходи. Ох, фак. Одну убил. Нет, не убил? Твою мать, они сейчас меня задолбят так. Это все опять приплыли. Если они сейчас только затупят, я смогу отсюда выйти. Ну-ка. У меня тут есть кое-какая штука. Попробуем с ней, может. Так, нет, одевать не буду. Если они меня в камень превратят, то я одену это кольцо. Картинка была топич, все испортил. Анзорик норм, да, я знаю. Но он недоделанный, надо его дорисовать. Еще надо этих медуз заставить выйти оттуда. Ох, фак. Тихо. Давай, открывай дверь. Сука. Попала, падла. Заходите в коридор. Ага. Давай, ближе. Сука. Только не три. Давай, сними. Не работает. Не работает это самое кольцо. Хорошо, ладно. Без кольца тогда давай. Аккуратненько убьем их. Как-нибудь аккуратненько. Ходи ближе-то. Йо. Аутистки.
А, я не попадаю. Сука. Ближе. Ой-ой. Ладно. Хе-хе, не. Так, не катит гипотенуза. Через блоки ты не умеешь, да? Обманочка была. Блин, один всего. Нихера тут. Так мне не хватит.